Stardust, «Звездная пыль». Это музыкальное произведение появилось на свет в 1927 году, а стало быть, в нынешнем году ему исполнится 85 лет. Несмотря на столь почтенный возраст, композиция до сих пор пользуется огромным успехом во всем мире. Стоит отметить, что аранжировку, в которой вы сейчас услышите это произведение, специально для наших музыкантов написал талантливый, известный петербургский композитор Геннадий Гольштейн. Thank you.